Всем доброго времени суток. Если кто-то помнит последнее видео об небольшой экскурсии по фундаментам старой церкви в стиле визирка, то сейчас я хочу продемонстрировать несколько профилей, где действительно были найдены, действительно могут соответствовать подземным ходам, собственно, то, что нужно было найти. Начнем. Я открываю сразу файл GIM и покажу результат сразу. То есть здесь есть некоторая аномалия, глубина порядка 1,70 м. Вот такая гипербола, конечно, сходу с прибора тяжело сориентироваться и прочитать, но я думаю, что если есть опыт, то можно увидеть такую аномалию. Как это получить? Как получить такую картинку? Во-первых, запоминайте настройки, если кому-то нужно, если кто-то собирает подобное. Пытаемся сделать то же самое. Во-первых, шаг исследования 10 сантиметров. В первых 10 сантиметров, во-вторых, время 256 наносекунд. Как видно, здесь происходит резкая смена скоростей. То есть это связано со сменой поверхности, на которой производило сканирование. То есть здесь переход с плитки на грунт. И можно сразу увидеть, где плитка и где грунт. То есть я для этого случая сразу рекомендую увеличивать время, чтобы нам добиться глубины 6-7 метров. Нажимаем сюда, измените файл по оси Y, подтверждаем. Получаем то же самое. То есть что у нас тут? У нас уровень нуля стоит. У нас расстояние между антеннами, шаг профиля, шаг по глубине и фильтрация. То есть скинем существующую фильтрацию, посмотрим, как разрез выглядит в сыром виде, насколько он непрезентабелен. И насколько ваш класс может, насколько он тренирован, насколько он сможет зацепиться за аномалию в центре этого профиля. То есть напоминаю, что объект у нас здесь. И нужно просто попытаться подобрать настройки, которые максимально помогут этот объект чтобы эту аномалию сделать максимально контрастной на фоне всего прочего. Предлагаю уменьшить количество цветов. Предлагаю сгладить неровности по иксу, по диагонали и по вертикали. Так, этого
слишком много. Слишком много. Ну, так наиболее адекватно. Кому нравится подобная цветовая гамма, рекомендую. Поставим скорость 5.13. Так, вершина этой гиперболы у нас располагается на глубине 1.37. Так, попробуем 1 минимум максимум. Натяжечкой черно-белая. Ничего. Ничего, мы попробуем сделать так. Надеюсь, успеваете следить. Если что, пользуйтесь паузой. Вот. То есть, напоминаю, что у нас задача подобрать настройки для того, чтобы максимально качественно или максимально быстро, или качественно и быстро подобрать настройки для подземного хода. Мне пока что наиболее интересным кажется вот такое отображение в минимумах и максимумах. Оно не сильно замусорено влиянием соседних сигналов. Вот, можно получить четко увидеть такую гиперболу. Вот, теперь воспользуемся увеличением и увидим вот эту симпатичную гиперболу. Надеюсь, некоторые из вас довольны видеть и использовать подобные настройки. То есть не нужно сильно уходить в фильтрацию. То есть небольшие глубины, небольшие цели — это максимальная фильтрация с минимальным шагом, когда производите съемку. Так, поехали дальше, к следующему профилю. Итак, следующий профиль — это также недалеко, совсем недалеко от фундаментов этого разрушенного религиозного сооружения. Сразу покажу, что мне удалось добиться от этого профиля. Ну, некоторым покажется, что такая же каша, как и раньше, но советую обратить внимание на
вот этот объект и вот этот объект с его вот этими съездами, с этим усом гиперболы. Ну что ж, начнем разбор. Гео скинем настройки. Такой разрез я видел на экране прибора. Конечно, я не мог не обратить внимания, что у меня есть вот такие две соседствующие гиперболы, повыше, пониже, что есть, так скажем, в чистом поле вот такая поверхность некая. И сейчас мы пытаемся вместе подобрать настройки. Так, для начала подкорректируем этот профиль. Установим длина профиля 50 метров. Здесь получился 51, где-то набрали больше. Я зажимаю сейчас кнопку Ctrl, нажимаю кнопочку CX. Сейчас мой разрез должен стать сжаться до 50 метров, то есть метки вот стали на свои места. 10, 20, 30, 40. Я все так же рекомендую увеличить разрез до 6 метров. Или для тех, кто хочет, давайте этот разрез еще также увеличим по иксу в два раза. Соглашаемся. Все это у нас займет сейчас всю область окна. Я надеюсь. Да, состоялось. Итак, воспользуемся предыдущими нашими наработками. Сразу предлагаю по X, по первому фильтру X2. Так, у нас сгладилось немножко. Также вертикальный фильтр. Прошу прощения, мало места на окне. Или мало места в окне. Воды нам не нужно, берем. Так, давайте наблюдать за метаморфозами. Я беру два минимум максимум. Так. Стало лучше или одинаково хорошо видно эти две гиперболы соседние. Интересно понять, что вот в этом месте произошло, может быть, обрушение. Посмотрим в производной функции, как они себя ведут. То есть я вижу свой косяк. Я забыл выставить шаг, поменять шаг измерения. Мой
допускайте подобных оплошностей, следите за этим, не будьте как я. Так, возможно сейчас, да, конечно, мы видим, что гипербола стала значительно шире, и глубина поверхности этого объекта здесь примерно будет 1,20 м, второй объект, возможно, 1,66 м, а возможно, это один и тот же объект, просто он немного сложной формы, или он был пройден как-то по касательной, поэтому он так себя повел. Вот. Я видел несколько радарограмм по подземным ходам, когда на него заходят по касательной, и дальше идут вдоль туннеля, и как будто вот этот кусочек похож именно на эту ситуацию. Ну, может быть, наверное. Оставим это оставим эту гипотезу и проверим уже, когда местные власти начнут раскапывать этот подземный ход. И минимальными затратами времени, применяя данные или приближенные настройки, вы сможете отыскивать свои гиперболы, объекты, цели на радарограмме. То есть линейный. Сейчас режим измерения линейный не очень мне нравится. Все-таки логарифм 1,0 справляется получше, более четкие контуры гиперболы. Нету размытия. Так получше. Село Визирка. Мы искали подземные ходы. Я уверен, что мы их нашли. Всем спасибо за время, которое уделили, посмотрев это видео. Задавайте вопросы, участвуйте в обсуждении, подписывайтесь на канал. Всего доброго, до новых встреч!